Продолжается доставка тарированных нефтепродуктов в северные районы. Так, в Чакурдахскую нефтебазу для нужд ГУП ЖКХ завезли 9 тысяч тонн сырой нефти, также порядка 3 тысяч тонн светлых нефтепродуктов, керосина, бензина, дизтоплива. Сейчас автозимникам доставляют тарированные нефтепродукты, которые удобны для эксплуатации. Преимущество в том, что литр чистого бензина стоит дешевле, чем при заправке на АЗС. В этот автозимник у нас на данный момент происходит прием тарированных нефтепродуктов. И мы вот за этот год приняли 60 тонн бензина, 40-литровых канистр, 25-литровых канистр. Также мы доставляем тарированные нефтепродукты в Наслига района и реализуем по такой же цене, по которой же продаем в районном центре, то есть в поселке Чакурдах. Также мы проводим реализацию на обмен. То есть человек приходит к нам с пустой уже тарой нашей, сдает ее нам, и мы даем новую канистру с бензином, но уже без стоимости канистры. Преимущество в том, что литр чистого бензина стоит уже дешевле, чем просто заправляться на АЗС.